И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, Фокси и Робби. Сегодня мы играем Гаррис Мод, пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. И сегодня мы играем на карте FNAF 1. Будем выживать. Димончик, ты готов? Да, я готовый, заряженный. Так, он решил Бенди топориста поставить. Ну что, ребята, ставьте лайкосики, веселье начинается. Пацаны, а чего как-то слабо? Серега, давай еще ставь, мало штук поставил. Да, что-то какой-то слабо. Да, дрычка. О, смотри, ползунки пошли, нормально. Какие-то червяки, глисты какие-то. Да-да-да, на рыбалку их берем с собой. Смотри, смотри, о. Сейчас мы их поймаем. Оп, топорчиком своим промахнулся челик. Давай, пошли дальше. Тут, кстати, сцена еще есть. Серега, нормально поставил, хорошо. Только они какие-то бесшумные, да? Ой-ой-ой, а это кто такие маленькие гоблины? О, я аниматроников слышу, а этих червей не слышу. Они бесшумные ребята. Ну? Они просто ниндзя в душе. Ну, бей. Так, кстати, тут большая пиццерия, надо. Ага, 20 хп побегать вынос. По всей. Так, я пошел вниз, Димончик, я вспомнил, мне надо соли взять. А я по вентиляцию пошел. Я просто вспомнил, надо воздухом подышать. Чика заглючила. Блин, пацаны не заглючили. Ой-ой-ой. Димончик, я в подвале. А какой у тебя скин? Я забыл. Ах, блин. Так. Ого, тут движуха. Тут еще есть, смотри, фонарик пришел. Фонарист. Прожекторист. Да, да. Да, тракторист. Чего ты, говоришь, сказал? Дима, сзади. Да, блин, чего ж ты раньше не сказал? Так, я спускаюсь, Димон, я не боюсь. Смотри, я не боюсь. Оп. Давай я отвлекую, Димас, подожди. Давай. Проща... А че он не хочет? А потому что она за тобой именно хочет. Кто там застрял, Серега? Ах ты! А он трубы прочищает. Нормально. Так. Там кто-то бежит? Не, да. Прожектористы, вижу, светит. А он застрял? О, мужик, здорово. А со мной вообще кто-то бегать будет? Давайте. Димончик, смотри, я смогу резко про. Так, кровяшка. Не, это не кровяшка, ребята. А где все? Да блин, где все? Пироп это. Марионетка. Вишневый. Тихо, тихо, тихо. Да. Чика с марионеткой упали и умерли. Бежит, бежит, Бонни. Мы их очень хорошо поздравляем. Вот тут они нас не достанут. Блин! Не достали? Не достали. Да что такое? За что? Веселая серия получается. Убийство за убийством. Очень сложно. Ах, отвали, Фредди! Вот это жесть. Плохо получается выживать в этом. Так. Они меня любят. Смотри, смотри, сколько их. Там толпа бежит. Ого, пацаны, вам что нужно? Деньги? Нету, пацаны, нету. Блин, здесь тупик. Отстаньте. Ого, их там сколько. Конфет тоже не имею при себе, так что это... Все должно быть, пацаны. Димон. Все. Ого, блин, Серега еще ставит. Ого, надо бежать. Я, короче, вентиляция. Вот самое безопасное место, это вентиляция. Ай, нет, блин. Димас, я тебя обманул. Во, наконец-то я на столе. Безопасное место. Так, так, нет, так. Нет, Димас, я не думаю, что оно безопасное. Безопасно. А! Не-не-не. Беги, беги. Знаешь, какие вот, вот безопасное. Во, все, Дима, нашел. Не-не-не. Не, не безопасно. Это жесть. Мужики, отстаньте. Скример вот это... Я на вентиляцию залез, меня там убили, прикинь. Жесть. То есть... Ой, если я сюда прыгну... Ой, а, запрыгивай! Ой, ой. Блин! Ой. Так, пацаны, обманный маневр, хорошо. Так, я за тобой. Я всех обманул. Я самый умный. Так, давай на печку залезем. Вот здесь меня точно не достанут. Я высокий, а ты маленький. Все. Так, Димон, я иду за тобой. Так, светильник тоже меня не достанет. Можешь не пытаться. Так, прикольно. Ого, их тут, и музычка такая прикольная. Тут ко мне очень много Бенди пришли. Спасай меня давай. А как я тебя спасу? Да не, я этого Фокси говорю, он тут со мной. Так, 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 идет, идет, идет. На столе, а я тут... Какой-то беша... Ах ты! Классные звуки издают. Прыгнул, видал, как на тебя? Так. О, я возродился в этом, в пиццерии сразу. Вот тебе повезло в этот раз. Так. А мне что-то не особо везет. У меня здесь бешеный Бенди, который на стол запрыгнул.
Как? Ах, сзади! Димон, я за тобой! А что за мной-то? А я не знаю. Прыгай сюда. Иду. Ай! Не, Димас, тебя там... Вот это толпа их здесь. Оно небезопасно даже в вентиляции, Димас. Сюда, кстати, есть один Бенди, который сюда в вентиляцию может залезть. Ого. Я тебе серьезно говорю, смотри. Ой, еще. Полезли мужики. Пропусти. Оп, Димас, оп. Не везет, тебе пока не оп. Везет. Все четко, смотри. Так, пацаны, кругать. Да что он такой резкий, его боюсь. Оп, 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 обман. Обман, всех обманул. Я здесь, Димончик. Я за тобой. Я вниз. Давай, давай, со мной внизу будем выживать. За тебя, кстати, этот челик опасненький. Выживание в подвале. А, это мелкий, он не опасный. Уже как-то побить. Ногой пнуть можно? Ой, давай. Не-не-не, все, я пошутил. Не, я тебя... Они очень дерзкие. Так, пацаны, тихо-тихо-тихо-тихо. Одень аниматроники. Я не знаю, они вверху бегают, пацанов мочат. А, вот. Один аниматроник заблокировал проход. Договорился с Бенди, короче. Ой, ай! Пацаны. Так, короче, надо сматываться. Пошла жарища. Или вот так вот можно как-то. А там тупик. Ой. А я не знаю даже, что делать, Димас, как отсюда выбираться. Я выбегаю. Вот, через левую сторону. Папирус, нет! Папирус. Блин, этот, Серега умер. Ходит. Опа, нашел меня. Эх, не повезло мне чуть-чуть. Димасик, привет! Да, опять убил меня! О, Дима, тут есть место, где они не могут убить меня. Это наверху или внизу? Наверху. Как тебе сейчас иду тогда? Давай. Ого! Ребята, смотрите, что они делают. Так, это очень нет. Жестко. Зато здесь есть аниматроник. О, меня уже нашли. Нет, меня пока никто не нашел. Вот это жесть! А ну подойди к двери, убьют они тебя через дверь или нет? Да, через двери убивают. Пришел светильник ко мне. Димончик, ну что ты нашел? Кого? Меня. Ты меня сможешь найти только когда ты пэхнешься. Серьезно? А так я не найду? Нет. Блин. Ого! Я их впустил, прощайте! Оп, чирик-чик-чирик. Так, вот, видите, Бенди, который залезает в вентиляцию ИИ. Он не может залезть. Может. Нет. Другой Бенди не вас, не эти. Не эти? Другой может. Смотри, понял. Сейчас залезет у вас сюда Бенди кое-какой. Смотри. Сейчас сюда придет такой Бенди, который умеет залезать куда угодно. Я тебе говорю. Сколько марионеток. Вот это мясо, ребята. Пацаны, берем, короче, пушки и разносим. Да, начинает разнос, потому что мне надоело убегать. Ты чё? Ребята, я делаю это. Еще Серёга. О, Серега, чё? Новый способ очистки. Это дезинфекция, а не очистка. От тараканов? Я не могу. Ну, не знаю, от чего. Если мы тараканы, то да. И, друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Delicious.